Друзья, всем привет! У нас сегодня 2 марта 2019 года, и вас ждет небольшая инспекция одной из самых молодых авиакомпаний Украины – SkyUp. Да, друзья, прошел почти ровно год, как эта компания выполняет полеты из Украины. И что же изменилось за этот год? Самое основное – то, что авиакомпания нарастила свой флот из 2 самолетов Boeing 737-800 Next Generation. Сейчас у авиакомпании 5 самолетов, из них Boeing 737-800 Next Generation 4 штуки и один 737-700, тот, который меньше. И что же в этом видео будет? Первое что? Это исторический день, особенно и для SkyUp, и для Украины, и для Харькова. Во-первых, потому что этот рейс будет выполняться из аэропорта Харьков в аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Да, друзья, с 2014 года нету рейсов из восточного региона в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому это действительно колоссальный прорыв, и тем более для компании SkyUp. Это вообще, как бы, реально, я очень удивлен таким решением, тем более, что этот рейс SkyUp поставил регулярно, каждую субботу, со 2 марта по 5 мая, каждую субботу будет рейс из Харькова в Объединенные Арабские Эмираты в аэропорт Шарджа. Поэтому, друзья, не упустите свою возможность воспользоваться этим прекрасным моментом и попасть, слетать из Харькова в аэропорт Шарджа и посмотреть эту прекрасную страну Объединенные Арабские Эмираты. Дальше, что еще важно? Значит, никого из туристов я не садил на первый рейс, на 2 марта. Да и сам я не собирался лететь, потому что понимал, что это все-таки, как бы, ну, могло быть масса различных нюансов. Могла полетка не состояться, потому что самолет мог не загрузиться, потому что многие боятся летать на SkyUp не из-за флота, а из-за их нестабильной полетной программы. Поэтому, естественно, своих туристов на первый рейс я не садил и сам не собирался. Но ввиду того, что когда я собирался на 16 марта лететь, и там попадает как раз много событий по работе, поэтому пришлось все-таки перенести полет, то есть визит наш в Эмираты на 2 марта. То есть мы выполняем его чуть-чуть раньше. Ну и то, что еще очень сильно мне хотелось, естественно, попасть на этот первый рейс. И, как видите, все-таки он будет, потому что лично у меня были сомнения. Честно, были сомнения по поводу того, что будет эта полетка. Дальше. Что еще интересного? Значит, SkyUp вместе с JoinUp заявил самолет, который должен был прийти в конце февраля. Boeing 737-700, маленький, на 149 кресел. И, ребят, так он и не пришел. Да, вот, как бы, реально, как бы, самолеты нету этого. Ну, это связано, не знаю, с чем, как бы, я не могу это объяснить. Но SkyUp, они поставили свою 800-ку, Boeing 737-800 Next Generation. С одной стороны, это, как бы, конечно, лучше, потому что самолет больше, самолет новее, естественно, на нем лететь комфортнее. Ну, с другой стороны, я уже летал на 737-800 Next Generation SkyUp, поэтому, в принципе, все знаю. Но SkyUp заявлял, что он немножко модифицировал салон. В общем, тоже салон все я вам покажу, размеры покажем, как удобно, неудобно. Вот. Но в любом случае, естественно, как бы, лететь в Эмираты на 800-ке будет комфортнее, чем на 700-ке. Тем более, что на свежей 800-ке. Дальше, что еще? Значит, ввиду того, что это пакетный тур, естественно, как бы, это оператор JoinUp, и поэтому обязательно мы оформляли страховку от задержки и невыезда. Не знаю, скорее всего, не воспользуемся, потому что самолет я уже видел, который подъехал к телетрапу, и скоро уже начнется посадка. Так что, друзья, увидимся уже на борту. SkyUp реально молодцы.
А, кстати, да, еще что SkyUp сделал, не знаю, SkyUp или JoinUp, ну, как бы сложно говорить о SkyUp, по SkyUp без JoinUp, потому что это как папа и сын. JoinUp создал эту компанию специально для себя и выполняет все рейсы SkyUp исключительно под туроператора JoinUp, не считая регулярных рейсов. Но опять, регулярку всю грузит JoinUp. В принципе, не считая свободной продажи билетов через сайт SkyUp. Поэтому, значит, поводу был устроен фуршет перед регистрацией. И все туристы, которые летят в Эмираты на данном рейсе, угощались за этим бесплатным фуршетом. Кстати, друзья, а вот так вот выглядит самолет Boeing 737-800 Next Generation авиакомпании SkyUp, на котором мы будем лететь. За мной вы уже видите, как началась посадка на рейс из Харькова в Эмираты. Вон там есть небольшая очередь, поэтому, друзья, толпиться сильно не надо, все сядут, те, кто прошел регистрацию, все сядут. Ну, конечно, затягивать это время тоже не надо, там где-то бегать по курилкам, по борным, по кафе, но, тем не менее, просто толпиться не надо. По мере необходимости подходим к сотруднику аэропорта, показываем ваш посадочный талон, паспорт, вас берут корешочек от этого посадочного талона, и вы по телетрапу, вот он, проходите в салон самолета. Дальше, когда все пассажиры сядут на свои места, команда стюардов проведет технический инструктаж по мерам безопасности на самолете. Ну и потом уже будет непосредственно самолет выходить на взлетно-посадочную полосу для осуществления взлета. В общем, друзья, дальше мы уже увидимся непосредственно на борту нашего самолета.